чокнутый псих. Мы на магистрали, ровно как ты сказал. Блеск. Чарли, жми на газ! Дженна, ты мне очень нравишься. Я надеялся, что значу для тебя больше, чем моя тачка и бабки. Выиграй гонку, Чарли, и я твоя. Господи, если ты слышишь, я никогда ни о чем тебя не просил. Так, Чарли, все время думай о награде. Тогда мы точно разобьемся. О, Чарли! Чарли! Thank you.
Чарли, мы на последнем месте. Не дергайся, я пока присматриваю. Берегись! Вот они, вперед, за работу! О, черт, это же копы! От одного оторвались. Со мной чуть что-то не случилось. Не надо меня сейчас отвлекать. Моей прическе конец. О, боже! Прости, лапуля-грызатуля. Все, все, заткнулся. Помни, Чарли, за второе место награды не будет. Так ты обращаешься с девушками? Даже не знаю, что вот прямо сейчас показать. Я про гонки, Ромео. Мы уходим. Жми на газ. Жми! Так, оторвись от копов, и полдела сделано. Первое место. И без наручников. Чарли. Дай мне 5 секунд насладиться победой. А потом поцелуй так, как еще никого не целовала. Thank you.
это чокнутый псих. Мы на магистрали, ровно как ты сказал. Ладно, чокнутый псих, мы на магистрали, ровно как ты сказал. Мы сделали, что ты велел. А теперь скажи, где заминированная машина? Копы под прикрытием вечно считают себя самыми умными. Так что смотрите вперед. Их два. Удачи. Два? Ах, твою... Мало одной бомбы? Две! Этот чертов маньяк, просто чертов маньяк! Не волнуйся, у нас тачка что надо, быстрая и низкая. Ты что, уже это делал? Типа да, держись. План такой. Мы проедем под каждой фурой и обезвредим бомбы. Что ты сказал? Похоже, это они. Да, я вижу. Ну, поехали. О боже, я вижу. Лети ровнее. Ух ты, у нас получилось, получилось. Только не зазнавайся, там еще одна бомба. Осторожно, осторожно! Это самоубийство! Спокойно, не умрем. Слушай, мы уже 2 года работаем под прикрытием, но ни разу такого не делали. Ложная надежда, детки. У меня их еще 10 таких же по всему городу. Вперед. О, черт, это конец. Ну нет, есть один тип, у него есть друг. Держись. Придется поспешить и очень быстро вселяться, чтобы успеть обезвредить все бомбы. Подходящая тачка. Проедет. Я хоть и слеп, но свою жену знаю. Ты не моя жена. Ладно, подловил. Дай мне минутку, и я уйду. Так, чтобы обезвредить все бомбы, надо очень быстро вселяться и не тормозить. Если я в ней попробую заехать под фуру, мне пол черепа снесет. Нет, под те большие фуры она никак не влезет. Надеюсь, у тебя на нее есть страховка. Ну ты и шутник. У нас на бензин едва денег хватает. А теперь что у нас дальше?
Поднажми, Джон! Давай! Черт, будем надеяться, этот маньяк больше ничего не замышляет.
На этой стороне, думаю, безопаснее. Так что с циановым газом? Думаешь, Джерико платят террористы? Это не в его стиле. Действительно странно. Он работает только за деньги. Может, кто из водителей что-нибудь знает? Тут все по-другому. Я не читаю их мысли. Зато я могу говорить с теми, кто рядом. Ура, это идея! Знаешь Арделла Уильямса? Новый водитель команды Джерико. Я им займусь. Арделл вор, но он не стукач. Он ничего и не узнает. Я просто одолжу его тело ненадолго. Работа под прикрытием? Именно. Он не настолько близок к Джерико, чтобы меня раскусить. Но у меня будет шанс узнать, что они затевают. Проблема, как заставить парней Джерико доверять Арделлу? Когда он станет водить, как я, они его полюбят. Что ты хочешь, Арделл? Слушай, крошка, ну что за детский сад? Я же лучший водила в этом городе. Ха, увидим. Ты с GPS дружишь? Если придется. Покажи, на что способен. Проедь по маршруту без задержек. Засекаю на время. Арделл, еще раз назовешь меня крошкой, я тебе кишки выпущу. Постараюсь не забыть тебя. Попровоцируй меня еще. А ты наглец, это... Поехали уже. Минутку. Ладно, Арделл, не заносись. Спокойно, Арделл. Арделл, время идет. Я разогреваюсь. Время на исходе. Я знаю, знаю. Что это было, Арделл? Облом. Неплохо, Арделл. Не супер, но сойдет. Так когда меня возьмут на дело? Расслабься, мы тебе скоро позвоним. Я только что повысил ставки Арделла у парней Джерико. Кажется, теперь мы в игре. Так, мы запустили Арделла на орбиту. И Лейла все еще в городе, а значит, что бы ни задумал Джерико, ему нужны контакты в городе. Но теперь я смогу за ним присмотреть.